Но перед началом видеоролика хотел бы разыграть данный АК-47-ионный гонщик стоимостью 2000 рублей. Условия максимально просты. Подписка на канал, лайк, комментарий и досмотреть этот видеоролик обязательно до конца, прям полностью без перемоток. Все буду проверять, итоги в следующем видеоролике. Но также хочу подвести итоги на данный АК-47 защиты сетка. Победить вас на экране, у тебя 24 часа, чтобы описать мне и забрать свой приз. Всем приятного просмотра, готовьте чайку и погнали. Здорово, чувачки, с вами Заспа, и в сегодняшнем видеоролике мы попробуем дойти до АВП Медуза стоимостью 170 тысяч рублей. Просто офигеть, парни, это можно считать за еще одну дорогу до АВП Медузы. Будем проходить мы ее на сайтике eHealthStore до АВП Медузки. Вот это замечательная АВП Медуза стоимостью 2665 долларов. Качество, к сожалению, только поношенное было, парни. После пыли, к сожалению, не было. Но ничего страшного, она не сильно коцается, только немножко темнеет. Спросите, почему именно HealthStore, парни, я вам объясню. Потому что HealthStore — это максимальные честные шансы, прозрачная игра, никаких подкруток, вообще ноль просто. Все игры проходят по системе честной игры. Хэш-игры можно каждый раз сравнить будет с конечным ставочкой, парни. С конечным билетиком, который, вернее, заберут вот хэш-игры сам. Также я пополнил для первого депозита 366 долларов. Со своим личным промокодиком пополнялся Заспа, который даст вам 5% пополнения баланса. Допустим, 100 долларов закидывайте, 105 долларов приходит на баланс, 5 долларов абсолютно на халявку поднимаем, берем. Также, чуваки, для новых пользователей, перейдя по ссылочке в первом закрепленном комментарии, зарегистрируйтесь через Steam, вы получите 2 абсолютно халявных доллара на свой баланс, просто за то, что вы зарегистрируетесь через Steam. Также, пацаны, для тех, кто не особо располагает финансами, есть специальный промокод, который даст вам пол бакса, с которых сможете поднять там, допустим, нож или перчаточки. Давайте я вам расскажу про него. 9AC7AD7. Нажимаем «Применить», и вы на халяву получаете 50 центов на баланс, с которых вы реально... с которых вполне реально вы можете поднять прямо на халяву какие-то жесткие скинчики, допустим, такой нож или перчаточки даже. Сейчас покажу вам топ везунчик. Вот смотрите, самый везучий за день пацан забрал с 1% 255 долларов. Офигеть, чуваки. Давайте начнем с классик режима. Классический режим, именно поэтому и классики назвали. Просто ставишь скинчики, забираешь билетики, побеждаешь. Чем больше поставил скинов, тем больше билетов, соответственно, тем больше шанс на победу. Давайте. Как купить скины на HealthStore? Нажимаем ставка, магазин, ставим по цене. Ставим по цене и вынимаем медузку, того, что было. И давайте возьмем, наверное, по 10. Я беру по 10 на скины, по 10 долларов. Купить, аккуратно не поставить, главное. Так, ставка. И давайте. Конечный билет, кстати, здесь часто выигрывают. Ковальский поставил уже на 65%, что он затопил 40 долларов. Ковальский, блин. Ёкарный бабай, пожалуйста, нам. 15% шанс, что мы поставили 10 долларов, можем победить 63 бача, если мой процент зайдет, соответственно. Пожалуйста. Пожалуйста, синий дракончик. Ковальский шкипер, отворот. Я твой клюв. Ладно, ничего страшного, чуваки. Все нормально. Десяточку просолили, ничего страшного. Прочувствовали почву, какие-то ставки. Давайте новый солдатик за 10 бачей, статрек прямо с завода мы ставим. Блин, мы сейчас самый хай процент, парни. Но зачастую в классике, типа, забирает, ну, чаще всего хай процент. Чем выше процент у тебя, тем, соответственно, выше шанс. Просто топишь, типа, ну, забираешь, там, не знаю, плюс 30%, 40% к своему банку. Так. 26% мы имеем, парни. Блин, я поставлю 10 долларов, в случае победы это будет 40 бачей. Ну, парни, в 4 раза больше поднять, имея самый большой шанс. Сейчас просто налегке забираем. Чуечка, прям легкая ставочка заходит. Пожалуйста, только не подведи. Ой, а что случилось, мальчики? Тут случилось? 40 долларов просто на базу, чувачки. Просто поставил больше всех, заутал в 4 раза больше. Легкая стратегия. Так, давайте вот этот шепотребик зальем, он нам ни к чему. 14 долларов. Что-то топить вот прям не хочется. Хочется аккуратненько. Let's go. Путь до медузки начало, парни. Блин, 2600 долларов. Это 150 тысяч, даже 165 тысяч рублей. Даже 200 тысяч рублей по стиму, наверное, там 160 тысяч по бафу. Забрать бы эту штучку было. Ой-ой-ой. Обязательно следите, парни. Будет выходить серия прям до этой АВП медузки. Надо ее по-любому забирать. Ага. Ага. Два калаша пустыми постанцев хочет человечек проиграть у нас. Угу. Мы это поддержим, в принципе. Еще калашек дотопим. 15% я имею. Поставил я 15 долларов. В случае победы почти соточка бачей будет залетать нам на счетик. Две подряд, пожалуйста. Очень хочется. Пожалуйста. Потом сравним с вами хэш игры. Вот он, передначальный. Ой-ой-ой. Ну давай, давай, ну я. Не-не-не-не-не, чуваки. Не-не-не-не-не. К сожалению, этот... Гоун подзабирает наш банк. Ну ладно, ничего страшного. Одна ставочка у нас победная есть. Давайте опять эту счастливую новую солдатик мы поставим. Так. Ага. Тут уже затопили. Тут уже затопили. У меня 10%. Я попробую еще в конец. Давайте сюда. И в конец еще наклеечку дотопим. Чтобы хоть какие-то шансы у нас были. Просто я не особо сильно хочу топить. Там ставить там по 100 долларов, по 200. Смысл от этого?
можно заиграться и реально все слить. Попробуем так на коэффициентиках пособирать чуть-чуть очков. Давайте наклеечку в конец ставим. Ну, это 18%, парни. 17% вполне, вот вполне реально, ну, неплохой шанс, согласитесь, 16 даже. Банк 178 долларов, мы поставили 30. Блин, 30 долларов достаточно много. Может быть, пожалуйста, мне сейчас повезет? 180 долларов забрать бы. Ой, стой! Что? Чувачки! 16% заходит. Честная игра. Номер игры. Просто все проверяйте, сканируйте. Все совпадает, никакой подкрутки, парни, никакой подкрутки. Блин. Давайте такую лайтовенькую ставочку, чисто отдохнем немножко. После этой ставочки мы пойдем на следующий режим. Офигеть. Я в шоке. Вот, парни, бывает и такое. Бывает и такое. Не обязательно топить там ножи, драгоноры. Просто аккуратненько, с умом подошел. В конец билетик, в серединку билетик забрал. Все, победа. С 10 или с 30 долларов 170 сделал. Просто на халяву. Отлично. Фух. Так, давайте, поехали. Если еще эту забираем, я все. Я типа, ну реально забираю свою медузку и по домам. 40 долларов в банк вообще, я 5 долларов поставил, у меня 13%. Но вряд ли, конечно, я еще раз заберу на таком проценте, не особо большом. Но... Стой. Ой-ой-ой, ладно. Вок забирает. Все, ладно. Хорошо, Косик, спасибо тебе большое, мы тебя ограбили. Далее мы идем на конфлип, парни. Конфлипчик. Монетку подбрасывать. Орел и Решка в детстве, по-любому, все играли в эту игру. Создаем игру, выбираем монету. Давайте выберем для начала желтую монету. Террорист страна. Давайте 5 долларов поставим. И пока ждем, пока кто-то к нам залетит, залетим сами к какому-то чувачку. Давайте к этому. Вот Юспик. Мы опять выбрали желтую монетку. Террорист сторона. Поехали. 50% достаточно хороший шанс. Мы даже больше шанс имеем, чем он. Почти. Ну, кстати, на процент мы имеем больше. Давай. А к тому же зашли, кстати. Хорошо, первую игру мы проигрываем. И сразу же бежим на нашу игру. Вот этот волк, который только что выиграл Косики, наверное, пошел сливать денежки. Давай эту наклеечку мне отдай. У него, кстати, шанс тоже на 1% меньше, чем у нас. Отлично, эту ставку мы забираем, отлично. Давайте сейчас создадим сторону контртеррористов, парни. Выберем эту наклеечку, которую только что выиграли, и попробуем залететь к какому-то чуваку. Вот там 5 долларов чувак сидит, ждет. Давай, мы тебя на калаш вступим. У него, кстати, 3 предмета, мне кажется, это как-то больше шансов, дает больше билетов немножко, чем больше предметов, чем, наверное, выше билет. Я так думаю, что так устроено, но ладно, фиг знает. ICQ, давай. Ой, изи, парни, бридж. Давайте войдем на 4 доллара. Так, вот музычкой. Вот так вот, на 5 долларов. У нас, кстати, вот прям на 3% больше. Это прям должно зарешать, я думаю. Монетка контртеррорист, пожалуйста. Я на 3% больше забрал. ПЖ, пожалуйста, дай мне авик мой забрать. Отлично. Парни, с каждой выигранной ставкой мы все ближе и ближе к ВП Медуза. Помните это. Хорошо. Значит, все-таки террорист тут везучая сторона. Давайте вот так вот. Такая ставочка на 10 долларов. Будем смотреть, что кого. И давайте, ладно, залетим кому-то. Ну, давай на 5 бачей. Я не хочу особо сильно рисковать. 5 долларов. Мы опять имеем на 3% больше шанс. Пожалуйста. Мой калашик один против капсулы, чешки и мухи. Давай. Желтая монета, пожалуйста. Желтенькая. Хорошо. Благодарительный фонд. Мы отдали ему свою победу. Ничего страшного. Ладно, пока ждем ставочку. Давайте залетим в апгрейдик, парни. Апгрейдик я прям утю-тю как люблю. Давайте, 1.5x. О, к нам залетели, быстро-быстро. Смотрите. Так, хорошо. Он имеет шанс больше. Желтая монетка падает, я очень доволен буду. Давай. Забрать золотую наклеечку, я ук, всегда приятно. Угу. Ой, а что случилось? Отлично, парни, апгрейд. Все, апгрейдим, давайте. Давайте 2x все-таки. Галичик, 45% мы имеем. И, к сожалению, не заходит. Хорошо, ничего страшного. Давайте сейчас музыку ставим. Музыку. Тоже 2x. 45% мы имеем. По сути, должно быть 50%. Я не знаю, как это работает, но ладно. Так, два кряда не заходит. Можно вот так сделать сейчас. И когда два кряда не заходит, можешь вот так делать смело. Смело вот так бахай. Угу. Вот этот агент на 20 долларов. Отлично, я же вам говорил, когда не заходит 2 на лоу, следующую делайте немножко пожирнее, и она заходит 100 и 100. Так, давайте попробуем 3x. Нет, давайте 1.5x. Будем аккуратненько играть. Зачем нам это заигрывание? Давайте 2x, ладно. Ключик, 45% мы имеем. Юспик, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На тоненького, парни. Давайте 1.5x. Будем аккуратненько, надо аккуратненько. С умом играть, с головой. Отличненько, хорошо. 60% мы спокойно забираем, это хорошо. Так, калашик, давайте 1.2 даже сделаем. Такой по 2000. Только не подставь. Все хорошо, отлично. Легкие 2 доллара просто забираем, вообще без волнения какого-то, парня.
Давайте немножко скинчиков возьмем, каких-то дешевеньких, чтобы можно было поделать хай проценты. Я просто реально не особо любитель потопить, типа посидеть. Смысл этого? Да, можно потихоньку с умом. Чуть дольше, конечно, времени потратишь больше, но можно поднять. С большей вероятностью, чем просто затопить и проиграть всю одну ставку. Тоже верно, согласитесь. Давайте. Так, 40, почти 45% мы имеем. И поднимаем. Отлично. Негив за 10 долларов. Вполне вероятно. Ой, вполне вероятно, вполне великолепно. Давайте этого агентика поднимем. Аук, пожалуйста. Аук очень нужен. К сожалению, сливаем, но ничего страшного. Мы опять же рисковали свои 5 долларами. Давайте снова АВПшечка. Это, наверное, последняя ставка будет. И перейдем в следующий режим на сайте Hell Story, парни. Отлично, блин. Апгрейды прям всегда окупают. И мы, парни, все ближе и ближе к АВП Медуза. Давайте колесо. Фух, ну колесо. 4 цвета. Каждый из них по-разному множитель дает. Синяя 2х, желтая 3х, красная 5х и, конечно же, зеленая 50х. За последние 100 игр не было ни одного зеленого, чувачки. А это значит, то, что мы ставим первые 5 бачей именно на это. Представьте, если сейчас падает зеленая, мы получаем 250 долларов. Это нас... Это почти 10% от АВП Медузы. Да, это прям, ну прям реально почти 10% от АВП Медузы, нашего заветного, до которого у нас сегодня дорога в данном видеоролике, парни. 5 долларов. Блин. Кто-то поставил даже 18, прикиньте, если прокает просто, это такие бешеные бабки. Давай. Чуваки, это было опасно, но реально было близко, не? Вы так не думайте, смотрите, смотрим, анализируем. Желтое сейчас будет, чуйка подсказывает, я ставлю Нави. Далее зайду в магазин заранее, но куплю скинчиков себе на следующие игры. Так, по 3 бача давайте поставим, поберем, так будем ставить их. Все. Блин, если сейчас желтенько падает, это 15 долларов, мы отбиваем ту свою слюную ставку, эту ставку и еще 5 долларов сверху, получается, мы будем в плюсе, чуваки. Желтенько, пожалуйста, 3х. Так катись. Ой. Ой, а что скажете, парни? А кто скоро на Медузе будет гонять? Кто будет скоро... Красного давно не было, я думаю, можно. 3 бачулька затопить. Ой, пожалуйста, красная, долбани. Кстати, за последние 100 игр красная была 20 раз, это получается 20% в среднем. На 100 игр приходится красного. Если сейчас по моим четким прогнозам, 21 раз должен за соточку сейчас бахнуть. Сука. Прогадал, парни, сори. А, ничего страшного. Ничего страшного. Попытка будет еще. Блин, такое ощущение, что вот прям... Ну вот прям роликов за 3-4 на хусторчике мы с вами заберем эту медузку. Я думаю, мы пройдем этот путь спокойно, парни. Так что, если вам нравится этот формат, обязательно ставьте лайки. Мы будем обязательно продолжать его дальше. С другими скинами будем экспериментировать. Прокачки там. Подписчик, шеф. Пожалуйста, красненькая. Гэнбэнг. Ты сука. Ладно, ничего страшного, ничего страшного, ничего страшного, ничего страшного. Сейчас будет. Чуйка. Зефсик отправляется у нас на 5х. В случае победы 15 долларов просто на базу. Пожалуйста. Блин, чуйка на зеленочку. Чуваки, зеленка, походу, будет Шрек ебаный. Пожалуйста, давай красность. Давай вкусность, прошу. Красность. Нет, блядь. Красного тут вообще не существует. Тут ноль. Нет красного. Давлю на газ. Давай, красный. 3.25. Какая-то МП-7, лабиринты там, Минотавра, миньонов. Давай, 5х, пожалуйста, долбани. Колесо мне. Колесо мне что-то вообще не нравится. Вот апгрейд пока что мой favorite режим in Hell Story. Нейтральный апгрейд, и прям мой самый любимый режим на хусторчике. Он прям больше всего, мне кажется, дал нам поднять. Ну хотя, классик. Это смешно, это смешно. Смотри, я сейчас не поставлю и прогни красный. Вот просто чекайте. Если сейчас падает красный, я вам обещаю, что я сломаю себе палец, блядь. Наблюдаем. Мы такие чисто сейчас. Наблюдатели. Ку-ку. Все, ладно. Колесо вообще не предугадать. Крашик, парни. Ты мой краш. Я либо никто шанта. Наклеечку ставим, ликвид. Тим лошади, тим жидкие. Попущенные. Давайте. 3.26 мы поставили. Уже страшно. Не-не, чуйка есть. 1.50 забираю. Ай, отличненько. Эту штучку ставим. Также 3.26, парни. Блин. Пока что какие-то коэффициентики синие. Вот в такой вот коэффициентик увидеть. F7. Прямо сейчас останься в комментариях и напиши, когда мне забирать. Это из-за тебя. А, на последнюю ставочку долбанем, чувачки. И будем закругляться, дабы не заиграться. Потому что я знаю, у меня уже тут азарт пошел. Хочется уже квартиры, дома, машины. Все задеповать в этот сайт. Сердце замирает. Я чувствую, как эта линия движется вверх. Забрать 8 долларов.
Блин, может было дотянуть, но нет, реально, я не из тех типов, которые готов прям рисковать, сидеть. Вот, вот это я, вот, я по жизни. Все, ладно, все, 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 все. Парень, призня, рассказываю. Добавим свой никнейм hellstore.org. Все, нажимаем кнопочку, добавляем, задепать $5 на баланс, минимальные требования с ним, чтобы это был не бот аккаунт, и вы можете получить красный скин за $50, парни, за 50. От вашего депозита это уже x10, и далее вы сидите, играете, поднимаете там машины, квартиры, яхты, потом компьютеры себе, PlayStation. Ладно, посмотрим, сколько мы подняли с вами сегодня. 500 бачей. Я расслабился. $36, парни. Теперь 500 у нас, понимаете? $140 за серию. Серия длилась минут, наверное, 10. Ссылочку на сайт, все промокодики на халяву, на мою ссылочку, которая даст тебе $2. Халявно, просто если зарегистрируешь через Steam. Также мой промокодик на 5% депозиту. Также промокод на 50 халявных центов и призня будет в первом закрепленном комментарии. Переходи, столько халявы срубай. Также со мной можешь ставить какую-то цель, там, допустим, поменьше, можешь подороже цель ставить. Тоже можешь поставить цель Медомедузы. Кто из нас быстрее с тобой заберет, потом там похвастаешься передо мной, обоссышь меня, ладно. Всем спасибо за просмотр, с вами был Заспа. До скорых встреч, пока-пока.